Кухня без холодильника – сегодня это что-то из области фантастики. А ведь не так давно дела обстояли как раз наоборот. Даже представить, что в каждом доме у каждой хозяйки будет свой электрический шкаф для хранения продуктов при низких температурах, было невозможно. Продлить срок годности еды, охлаждая ее, люди пытались издавна. Припасы хранили в подвалах, в глубоких ямах, в колодцах и водоемах. Пра-пра-прадедушкой современных холодильников можно считать ледник. Отдельное помещение зимой наполняли плотным снегом и кубами льда, переложенными соломой. Удачно сконструированный ледник мог не растаять и летом. Кстати, поставщики, или как их тогда величали, короли льда, были настолько влиятельны, что смогли заморозить изобретение холодильника. В 1844 году в США врач Джон Гори построил кондиционер для охлаждения воздуха в больнице, чтобы облегчить страдания больных малярией. Но заказная пресса высмеяла проект и о нем забыли. Но прогресс было не остановить. В Германии уже в 1879 году начала работу фирма по производству компрессионных холодильников. Первая холодильная установка 30 лет продлевала срок хранения пенному напитку на пивоваренном заводе. Посыпались заказы и от других пищевых предприятий. Холодильниками оборудовали вагоны и трюмы, благодаря чему баранину начали поставлять в Европу из Австралии. А это что? Холодильник. Нужная, понимаешь, вещь. Положишь туда, например, сосиску. И она у тебя лежит сколько угодно. У меня бы не лежала. Я бы с ней живо. Первые домашние рефрижераторы работали на дровах, керосине и угле. Громко шумели и источали зловонный аммиачный запах. Но все проблемы решились к 1926 году, и с тех пор бытовой холодильник стал быстро набирать популярность в Америке. И это несмотря на то, что тогда рефрижератор стоил вдвое дороже автомобиля марки Ford. Первые советские холодильники сошли с конвейера Харьковского тракторного завода в 1937 году. Но запуск массового производства затянулся до 60-х годов 20 века. К тому времени 98% семей в США пользовались собственным холодильником, а в СССР только 5%. Сыру хочешь? Спрашиваешь. Или котлету? Или котлету. А чего больше? А всего побольше, побольше сыру и котлет побольше. Основал же первое товарищество холодильных машин в конце 19 века инженер, профессор и доктор философии Карл фон Линде, человек, изменивший мир.